Внимательность и аккуратность – эти качества позволили Светлане Перловой стать одним из лучших работников ММК в июне. Она трудится электромонтером в цехе электросетей и подстанций. В том числе и от ее работы зависит, насколько безопасным и технологичным будет производство в ЛПЦ номер 5. Подробнее в сюжете Павла Берсенева. Цех электросетей и подстанции – один из самых опасных на комбинате. Здесь специалисты имеют дело с напряжением выше 1000 вольт. Не обязательно браться за оголенные провода. Поражение электрическим током можно получить и на расстоянии в метр. Электромонтеры, в свою очередь, должны обеспечить безопасность работников и тех, что трудятся на самих подстанциях, и в цехах, которые ЦСИП обеспечивает электричеством. Чтобы провести текущий ремонт, мы должны подготовить рабочее место. Мы должны разобрать схему, отключить оборудование, поставить заземление, допустить бригаду, вести контроль за бригадой, чтобы они никуда не попали, не залезли. Потому что напряжение высокое, 10 кВт, 110 кВт. На этом участке находятся две подстанции. Сначала электричество напряжением 220 кВт поступает на узловую подстанцию, там его снижают до 110 кВт и передают на другую, понизительную подстанцию. Как ясно из названия, там его понижают уже до 10 кВт. Затем эта электроэнергия поступает в цеха. Например, отсюда питается ЛПЦ-5. Одна ошибка и может стать все производство, поэтому колоссальная ответственность лежит на сотрудниках цеха и на сотрудницах. У нас женщин по цеху больше 50%. Потому что, как женщины более аккуратные, наверное, у нас в работе требуется внимание и аккуратность. Поэтому женщин привлекаем. Начальник участка Дмитрий Седов отмечает, Светлана Перлова – один из самых ценных специалистов. В ЦСИП она трудится уже 33 года, конкретно на этом рабочем месте 16 лет. По специальности она связист, а навыки электромонтера получила уже по приходу в цех. Безопасности особое внимание. Здесь постоянно вводится новое оборудование, поэтому сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации, сдают экзамены. Сейчас для Светланы Перловой нет невыполнимых задач ни на работе, ни дома. И лампочку заменить, и проводку могу сделать, и розетку заменить. Это моя работа. Я уже привыкла выполнять свою работу. Я знаю ее, поэтому мне тут комфортно, и я несу ответственность за то, что я делаю. Я считаю, что я умею это делать. Однако, добавляет Светлана Перлова, дома эти обязанности лежат на муже. Он, кстати, тоже работает электромонтером. Павел Брюсенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.